Авария произошла на перекрестке улиц Восстания и Декабристов. Карета скорой помощи двигалась с разъезда Восстания. Легковая машина со стороны Волгоградской. Произошло столкновение. Легковушка влетела в боковую дверь кареты скорой помощи. Удар был такой силы, что автомобиль развернуло. На дороге разбросаны обломки. Все произошло в 9:25 утра, когда водитель скорой помощи вез пациента для срочной госпитализации. Водитель автомобиля Ford Transit скорой помощи, двигаясь из города Зеленодольска в направлении 7-й городской больницы, с включенным звуковым сигналом и световым сигналом синего цвета, двигаясь предварительно запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Гранта. В момент аварии в карете скорой помощи находился 58-летний мужчина из Зеленодольска. У него был инфаркт. Через 15 минут после столкновения на место прибыла еще одна бригада медиков. Они начали проводить реанимационные действия, но спасти пациента уже не удалось. Минуты оказались роковыми. За рулем водитель Гранты 24 года. На перекресток он выезжал на зеленый сигнал светофора. По правилам должен был пропустить карету скорой помощи. Тем более световые и звуковые сигналы у нее были включены. Мы попытались узнать, почему он этого не сделал. С журналистами мужчина общаться отказался. Кто виноват в аварии, предстоит выяснить. Сейчас проводят административное расследование. Сформированные материалы дела госавтоинспекции переданы для процессуальной оценки ГСУ МВД по Республике Татарстан. С начала года в Татарстане произошло 1655 ДТП, 173 человека погибли. Алена Струминская, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань.